Каждое утро для жителей Нарьян-Мара как гадание на ромашке. То ли подскользнешься, то ли промочишь ноги. Состояние дорог оставляет желать лучшего, хотя работы по очистке проходят ежедневно. Между тем, надзор за уборкой уже установили и сами жители, обращаясь в портал «Народный контроль». Подробнее расскажет Наталья Кислякова. В Заполярье пришла северная весна. То ударит морозы и дороги превращаются в каток, то резкое потепление и горы снега образуют непроходимые лужи. И вроде бы все силы коммунальщиков пущены на уборку транспортных артерий окружной столицы. Впрочем, жители такой работой, мягко говоря, недовольны. На переходе около КЦГК, как переходить, ну там пешеход, он его все время топит. Потом, я считаю, что вот это вот, мы также же и автолюбители, вот эта лужа, которая перед администрацией городской, ну не перед, она получается между городской администрацией и администрацией окружной, которая все время, мне кажется, брызгает людей, когда машины проезжают, хоть там затормозишь, хоть нет. Во дворах очень плохо убирают дороги. Затем подъезд автобусов к остановкам в ужасном состоянии. И центральная часть, там лужи кругом, весна безобразна. Мы не знаем больше, куда еще обращаться. Власти городские работают плохо. Я ходила около 4-й школы недавно, там вообще даже не убрано. Как дети ходят, не знаю. И не посыпано, очень скользко. Вчера еще упала где-то дочь, шла с работы. Около банка она упала. Говорит, там очень скользко. Да, у нас каждый год, как где светофор, там обязательно лужа. Где светофор, там лужа. Каждый год, так что я не удивляюсь уже. Но. Как пояснили в МБУ «Чистый город», откачка лож производится в две смены с помощью и лососной техники. В плане очистить дороги от больших скоплений воды по улице 60 лет СССР, Ненецкой и Смедовича. Первоочередной задачей у коммунальщиков стоит уборка социальных объектов и маршрутов общественного транспорта. Если вас не удовлетворяет качество очистки дорог, обратиться можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы МБУ «Чистый город» плюс 7 911 652 35 56, а также оставить свою заявку на электронном портале «Народный контроль». За первые три месяца текущего года в Народный контроль поступило 231 обращение. Самыми волнующими темами у граждан оказались связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием дорог и тротуаров, а также благоустройством и социальным обеспечением. Из общего количества обращений 80 были с просьбой очистить от снега проезжую часть, 21 с жалобами на неочищенные дворовые территории. Также граждане жаловались на несвоевременную уборку детских площадок. И, конечно, с приходом весны стали поступать обращения с просьбой откачать талые воды. По всем обращениям проводятся соответствующие работы. Если вы запечатлите итог некачественной работы коммунальщиков, а также курьезные моменты или волнующие ситуации, то присылайте свои видео на почту mobilesobaka.trk.sever.ru. Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».